Друзья, всем привет! Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, главное мирного неба над головой, друзья. Так хочется, чтобы, как это сказать, мир во всем мире, да? Это мечта, наверное, всех поколений. Ой-ой-ой-ой-ой. Что, вода мокрая, чешу? Вот так вот. Ну не хотите, как хотите. Сейчас заберу. Небольшой ветер поднялся, друзья. Сейчас я доуправляюсь чуть-чуть. И хочу это, позавтракаю, хочу съездить в Павловскую. Парадоксально, заправиться. Вот. Проехать 30 километров, чтобы заправиться, да, но туда 15, назад 15. Вот так вот. Жить на периферии. Ну, может, что-нибудь куплю еще там. Посмотрим. Друзья, в общем, съезжу на заправку. Плюс еще брата завезу, там что там насчет машины. Она у него в ремонте. Вот, сколько проезжу, не знаю. Может, куплю что-нибудь, но покупок не собираюсь совершать. Хотя вот наличные деньги надо снять немножко. У меня на Тинькофф приходит. И в Павловской, в Гипере есть банкомат. Там можно обналичить без процентов. Куда этот бензин растет? Самая дешевая цена 45-40. Каждый день дорожает. Так, друзья, купил мясо немножко. Сколько тут немножко? Ну, почти 2 килограмма. Ну, из мяса индейки взял. Вот тут вроде бы как высший сорт написано. Своего мяса пока нету. Вот поэтому покупаем. Иногда колбаску берем, но мы стараемся там типа халяль такое что-то брать. Сегодня там захожу, вот варенка куриная, колбаса вареная, куриная, состав шкура свиная. Вот. А так колбаса куриная. Сегодня хочу доштукатурить. Ага, на трубе, да? Под крышу никак, на трубе теперь. А они там что-то куда-то еще залазят. Куда-то еще залазят там. Ух ты! Выдолбили себе еще там ход. По свежаку. Сейчас мы туда дойдем, посмотрим. Сейчас это сегодня точно доделаю и будем уже дальше. Нет, друзья, вы видели, да, пока тачку покатил, а бетономешалка уже выгружает сама. Вот, я сразу подумал, что вот здесь лепестки, наверное, что-то тут отогнулись. Но смотрю, вроде бы как на месте. Вот. Сейчас покажу, что с ней случилось. В общем, как я и говорил, да, что мне... Я еще когда ее собирал, мне не понравилось трубы. Вот.
Видите? Хотя тут может даже сварка просто. Там целая, здесь вот оторвана. И внизу оторвана. В общем, придется варить это все, переделывать. Хотя бы может просто подварить. Можно уголок вот так вставить, раз, для крепости, проварить и уголок. В общем, рама сама, видите, вот она, вот, гнется, да? Вот-вот сломается. Вот это. Получается, если бы я более интенсивно эту бетономешалку использовал в прошлом году, она бы гарантийный срок не отходила. Надо посмотреть, когда это все закончится, гарантийный срок. Может быть уже, может он еще и не закончился, может еще не поздно. В общем, сама рама жидкая, друзья. А работаете, слышите, нет этого журчания. Ну, немножко есть, но того, как было, нету звука. Сейчас я сполосну бетономешалку. В общем, друзья, ставмаш сыпется. Разваливается на запчасти. Я не помню, где этот. Гарантийный талон есть. Где он лежит, куда его засунул. Вот в чем проблема. Надо будет поискать, на глаза попадется. Года еще нету этой. Может быть, раму другую привезут или что. Посмотрим. Вот тут позамазывал, тоже там буду поклевать. Во, это вот следы когтей воробьев. Это вот не я это делал, тут воробьи тут что-то пытались царапали по свежаку, наверное. Вот, а здесь, видать, было где зацепиться. Они, видите, выдолбили стебе сразу, там вот, видать, ход не ход, что там. Вот, я сейчас замазываю под шифер везде, чтобы мне где было зацепиться. Какие они все-таки вот выклевали. Вот. Это было вчера замазано более-менее. Вот что-то пытались. То есть интенсивно они пытаются вернуть свою власть, да? Отбить свою территорию. Вот, они сейчас на трубе здесь сидят, уже ночуют. То есть там места нет, они на трубе. Новое место не ищут. Дислокации, пытаются здесь все вернуть. Но я замазываю, чтобы они нигде не могли подлезть, потому что что-то расслабились они, конечно. В этом, конечно, моя вина. Надо было в долгий ящик не откладывать. Надо было доводить до конца. Согласен, что полностью я виноват. О! Вот это да, я даже не увидел. Че? Вот там забит колышек. Они вокруг этого колышка, видите, выковырили себе гнездо. Вау, надо очень быстро это все делать. Надо будет бетоноконтакт на днях покупать. Клей, надо все это заштукатуривать. Иначе они себе тут новых понаделают. Вот. Вот уже тоже свежие клевались. Вот тоже. То есть здесь можно сидеть и клевать. Вот так вот. Ну, надеюсь, воробьям уже негде будет тут зацепиться. Все. Теперь раствор подстынет, наверное. В следующий раз притяну шлангу сюда. Надо будет стены хорошо помыть щеткой. Потому что на них пыль такая вот. Надо будет эту стену помыть.
и раствора осталось больше половины. Это я специально не доштукатурил, чтобы было куда раствор, если что, выбрасывать потихоньку. Сегодня осталось, вот забросал немножко. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Друзья, вчера Надю с работы забирал. Вот, обратил внимание, там проезжал людей, которые вот мультифлору выращивают. Я все время смотрю. Вот, они кустики обрезали. Я хочу тоже сейчас. Вот вчера только смотрел. Сейчас попробуем. Интересно, друзья, вот вроде бы как все кустики были, все по-разному. Здесь вот один ствол всего-навсего. Вот, и он такой, там даже сокодвижение какое-то происходит, на удивление. Здесь вот несколько стволов. Вот, я пока там трогать не буду. Вот, здесь вообще прямо из земли кустики, кустики. Вот здесь тоже, вот здесь один ствол, здесь несколько стволов из земли. Сейчас хотел показать. Вот это, наверное, оно уже пускает. Вот, во-во-во-во-во. Вот, то есть вот он пускает из этих старых стволов, пускает побеги, еще не везде, здесь вот они побеги. Я думаю, что на зиму было бы неплохо, если бы их прикопать. О, уже матырек какой-то улетел. Во, вот он. Вот, будем размножать скоро. Сейчас они поотрастают немножечко побольше. И будем их черенковать. Вот, тут тоже. Вот тут вообще тоже сокодвижение было в каждом этом. Ну вот оно, по-моему, вот это оно будет рядышком. Вот там. Вот. Оно вот прямо, смотрите, оно вот от ствола почка прямо. Вот ее плохо видно. В общем, можно было прикопать его в зиму. И оно бы дало больше побегов. Здесь тоже много побегов. Сейчас это две кучки отнесу, там у меня складываю то, что горит. В общем, будем размножать. Что тут у меня во дворе? Вот, сейчас гляну, что во дворе делается. Тут и тюльпаны подросли.
Вот они, тюльпанчики наши. Вот. Вот здесь мне интересно, даст побеги, не даст. Тут-то и обрезать-то нечего. Это маленькие посадил такие красивые кустики. Будем смотреть. Ладно, все, пускай. Я думаю, если оно прижилось, по бокам пустит побеги какие-то. Будем размножать мультифлору, делать красоту. Вот, старт есть. Там оно черенкуется, интересно. Я вчера уже у невестки смотрел, у нее уже вышло. Она живет там, у нее как бы солнечная сторона. У нас получается здесь затеняется, а у нее солнце греет. Они, у нее прямо уже видно, что это дубки такое, похоже, красиво все. Ну что, попугайчики? Яблоко у нас подсохло. Давайте я у вас яблочко заберу. Я вам дам свеколку. Ой, такой кусок большой, вы его точно не съедите. Я не знаю, можно вам свеклу, нельзя? Ну-ка, Чирик, попробуйте. Как красиво, когда затерлись уже швы. Что я сегодня затирку-то забыл вообще про затирку. Красота, друзья, вообще с затертыми швами. Вот тут вот еще не затерто, да? А здесь затерто. Красота вообще. Здесь детворой помидорчики вчера посадили. Прямо до слез, папа, будем тебе помогать. Тут непонятное. Ну вот салатик какой-то, да, несколько штук растет. Укроп. Петрушку пока не видно. И почему-то вот с редиской тоже непонятно. Лук какой. Ой, попугайчики. А вам лук-то можно? Держи. На тебе другой стороной, на. Кусай, не бойся. Давай я положу. Все поиграться заходят, я буду по хвостчасти. Может, вам покрошить надо, конечно, я не знаю. Убраться бы уже у вас пора, да? Надо сказать, кто тут ответственный. А, тут легко вообще убирается. А, я думал, вы разбрасываете семечки, они пустые все. Вы их повыедаете, выедаете, да, изнутри? Щелкаете, как орешки. Вам надо, наверное, это поменять, да? Тут тоже пустые есть. Буду знать. Давай перчик подрастает, а буду тебя пикировать. Первый ряд. Что вот первый ряд у меня не взошел? Штучно. Штучно. Сейчас огляну, что у меня там. Первый ряд, друзья, это должен быть крупный такой перец, мясистый. Вот, но это семена очень старые. Это семена, им уже года 3, наверное, поэтому, наверное, они не взошли. Хочу за картошкой прогуляться, глянем, что там в подвале. Вода не появилась, не добавилась. Вот, друзья, дубки вот эти. Вот, тоже типа мультифлоры. Вот, то есть оно вот так вот, даже корней нету, просто отрезаешь. И он сразу корешки пускает. То есть, вот смотрите, с одного куста. Вот, это получается, то есть, у нас там еще... Ну, это вот если... Как, когда много снега, разницу заметно. Здесь уже все растаяло, а там еще снег у нас под забором лежит. Так и тут вот у них на неделю, на две, может, даже опережает немножко. И тюльпанчики раньше зацветают, и
зелень раньше вылазит. Земля в подвале, конечно, сильнее помокрела, но пока не потоп. Что-то захотелось жареной картошки. Сейчас дал Лере задание после школы, там сидит, чистит картошку. Прямо захотелось, сейчас нажарим.